туман сегодня, да? Немножко туман, не сильный, но туман. Где-то 400 человек здесь живет. Смотри, как умеет. Ничего. О, продается. Опа. Если не заглянем. Ну ничего, так дома здесь более-менее, да? Культурные. Где-то какой-то магазин надо подъехать. Коль. А? Где-то какой-то магазин надо подъехать. Надо будет Opel ждать. Opel будет надо ждать. Вот же магазин. А, нас ждут? Да, Opel будет ждать нас. Поверните направо. Ну, вот магазин. Opel не видишь нигде? Но они к 9 подъедут. Так что мы можем проехать по деревне пока. К 9 подъедут они. Мы же раньше приехали. Это не Opel? Нет, 620 метров осталось. Это Ford, там Ford стоял. А там деревни нет уже. Все, кончилась деревня. Введите камеры на разметку. Прямо 1 километр 500 метров. Коль, смотри, там сзади. Не, слушай, она такая культурная деревня, да? Смотри, таких заброшенных нету домов, да? Коль? Ну, нет. А, тут уже все, да? Разворачиваться надо. Как раз я сниму. Вот там мечеть есть. Дороги более-менее, да? Не страшные. Асфальтированные. Ну, это мимо... А, трасса туда уходит. А здесь это в деревню саму, да? Ну, дорога разошлась, да? Деревня большая, похоже. А можно ли так считать? По семьям? Так, здесь... Тут столько магазинов, ой, ФАП. Ну, все они работают. Так, здесь у нас что? Здесь вот старые уже дома деревенчатые. Все такие маленькие они, да? Здесь, наверное, маленькие семьи были у всех. А тут вот разруха, конечно. Что тут было, интересно. И все, там заканчивается уже ферма. Рахим и ТГС. Это что такое, интересно? Рахим и ТГС. Какой-то лагерь. Привет!
птичьи гнезда есть. Памятник Тукаю поставили. Вот детская площадка. Ну, смотри, маленькие раньше дома все-таки строили, да? Вообще все маленькие. Ну, квадратов самый больше, наверное, 40. Вот поэтому он такой дом и построил, наверное, хозяин, да? Вот этот современный дом сразу же видно, да, уже что большой? Нет, вот современный. А? Высокие, но узкие. Ну, вот они все, смотри, однотипные размером, да? Так-то. У них вот эта вот манера, вот эти полоски делать. Вот у них всех такие. А другие у тебя родители, что ли? Как другие? У меня другие родители. А? Что-то сейчас тогда домой поедем. Вот который Сарсас. Это не Сарсас? Вот такой же дом. Сарсас. Не он ли, интересно, прям один в один? Раньше все под одно делали. Наверное, под одно. Прям вот этот цвет такой же. И он сказал 9, да, по мне? Да, а сейчас сколько? 8:20. Сделано, не работает просто. Она просто так сделана. Ну, что-то хотели печь, наверное, в ней, да? Ой, я не знаю, я только что работаю. А, только начали. Хотели, не знаю. Они вот ремонт делают, откроют вторую кабину. А это где? Будет вход, да? Да. Вот с этой стороны я вас не снимаю, не переживайте. Так, вот здесь вот будет вход в другую часть магазина. Расширяться, короче, будут. Ну, все есть, в принципе, вот. Даже в деревне печь не обязательно. Все есть, вот и хлебушек есть. Ну, на первой необходимости, короче, все есть. Я всегда вот удивлялась работе продавцом. Я не знаю, это у вас вы все только одна работаете или у вас еще напарник есть? А вот как это полностью на доверии? Через 2-2. Вот это я вот только что вышла. Это вот вообще полностью на доверии, да? Работа в магазине. Я вообще же работала в магазине. Просто до этого дома сидела. Отдохнула. Овощи есть. Все тыква, вот все есть. Виноград даже мой любимый есть. А сколько килограмм стоит? 350. 350. Оно дороговато, конечно. 350. Хурма. Ну-ка, это королевская, да? О, класс. Она почем? 195, да? Она вот не должна вязать. Такая королевская. Пониже, которую возьму. Один край. О, где бы я еще такую хурму поела, как не псиво. Так, вот такой домик. Улица новая. Обшит и фундамент идет основной. Основной домик. Забор. Ворота железные. Получается, у вас никто не жил, да? Никогда не жили? Никогда не жили здесь? Да. Нет, да, построили, просто стоит, да? Ага. Я для дочки построил. Они хотят в городе, дочка. Да, там вас. Так, ладно, сейчас пойдем внутрь. Вот такое крылечко у нас. Пап, идем. Угу, тут сени. Так, свет включим, да? Сени. О, печка. Печка рабочая. Печка малютка называется такая, да? Так, у вас наверху там что? Утепленная вверху или просто доски? Нет, там земля. Утепленная, да? Потолок. А здесь внизу? Внизу погреба нету. Нет, здесь доски здесь. И сверху. Нет, это половые доски, это только сверху. А сверху что это? Это кто-то как?
Крагис. Крагис. А. Это Крагис вздулся. Стоит же дом, поэтому есть так. Попрыгать? Надо. Так, ну, на фотографиях, конечно, больше показался. Ну, 36 есть 36 уже, да? Это 36 вместе с этим, да? 36 вместе с сенсами, да? Получается, вот с этими сенсами. Да. 36 общие квадратов дом. Вот это сруб 6 на 6. Ага. А мне понравился с ульем. Тебе понравился? С ульем. Что такое? Так, а здесь это тоже, наверное, чем-то обшивали, да? А? Чем-то обшивали, а потом сверху обои, а да? Я краю самоцвета. Ага. Газ. Документы даже. Вот это подписано, газ нынче должно провести. А на следующий год воду обещали. Ну, воду соседней деревне пока. Брать. Пить захочешь? Пить захочешь? Пить захочешь в соседней деревне, надо бежать, да? Так, порошек. Ну, сенцы, конечно, у вас вообще шикарные, большие сенцы. Так. Ну-ка. Ну, ладно. Нет, у нас тут есть свой свет. Так, ну-ка. София вперед идет прям. Ой, как в норку заходишь. Ну, столько лет стоит это. Ничего так. Шатается? Ну, от чуть-чуть. В бане будешь купаться. Ничего страшного в этом нет. Парится, жарится. Нет. В бане они должны шататься, София. А? Нет, София, говорю. Да. Они их надо доставать и мыть снизу. Да. У меня две выручки, грузок не живут. Тоже баню топлю. Предбанник такой большой, хороший. Там еще сколько можно, там еще сколько можно вещей закидать, да? Так, здесь. А у тебя есть еще столик вариант? Или это только один? Че? Дом-то? Да. Сейчас там еще поедем туда дальше, Сарсас. Да, съездим. Там кладбище, мне сказали. Он где? Вон там, вон где огорожено. Там деревья, там можно на асфальт выйти же. Это здесь красота, конечно. Да, а там у вас кладбище, да, вот там огорожено. Ага. Сарсацкое, да? Да. Ага. Давайте туда тоже зайдем, посмотрим. Это же на двору. Там сарайка. Сарайка. Да. Трава, да, здесь? Остатки уж, наверное, от этого. Дома. Не от дома, а это от строительства. Вот. Ну, хорошенький маленький домик, конечно. Ладно. Так. Туалет сходить. Уже договор подписан. Я тоже. А зачем мы это все ищем? Так, вот тут очень близко трасса проходит. Это хорошо, конечно, для тех, у кого машина есть, но мне хотелось бы, конечно, чтобы тихо было. Вот в соседней деревне там идут люди, там, говорит, ничего нету. А здесь вот такой внешний домик, он один стоит. Дальний, ближний там. И еще с этой стороны вот тоже.
деревне у нас Сарсат, татарский Сарсат называется. Тут тоже тупиковая улица. Вот зеленая. Не зеленая, надо лесную. А, лесную. Что, лес, что все? Какая разница? Какая разница, скажи? Мало, что ли? Ой, да. Это в деревне меньше. Вот сюда, наверное, сейчас. А тут это? Нет, тут тупик. Ты помидоры сливаешь. Снега. Помидоры сливаешь. Помидоры? Сейчас. Нет, тут, похожего, нету дома, который... Нет, не похож. Совсем старая постройка. Вот, вот такой же, с такими вот этими полосками, но он похуже, этот поновее дом. Ёлочки как посадили красиво. О, детская площадка есть, София. Это не детская, это просто горка. Сейчас. Детская площадка, это когда там горки, какие-то. Вон она, детская площадка. А ты на горку показывай. Даже в деревнях есть. Продажа, аренда. О. А ты куда едешь? Сельский сельхоз. Угу. Ой, что там дорога? Вот туда не надо. Вот потом не выйдем, а ты нафиг. Мне кажется, прям туда. Придется тащить. Тащить на себе. Мы не отсюда ведь приехали, а там приехали? Ну там были. Вот они тогда на ту сторону попадают. Это что за улица? Короче. Не написано, какая улица. Ну, что-то не пишет, почему. Ну, за нее платить, наверное, надо, за табличку. Ну, так-то, да. Можно маркер написать. Ага. Вот этот дом? Да, походу, вот этот вот. Да, 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 да. А, тут замок висит. Второй? Это второй дом? Давай, здесь остановишься. Короче, если у тебя минимум 1,2 миллиона нету, то нормальный дом в деревне тоже не купить, да? Когда мы забьем на это дело смотреть? Ну, если дачу за 650 продают, прикинь, на Тойме, 650 дач. Я бы, ну, красная цена ему 300 тысяч, прям вот за глаза. 650 просят. Тоже и грязище там, дороги вот... вот а там нету дорог. Вот Саралинская роща, вот такие дороги, знаешь, как тут цивильно все. Вот новенький домик совершенно. Вон там разворачивались. Короче, попу прижимаем, да? Сидим на своем втором этаже. А вот это что? А, все, все. Мы уж вот тут-то были. Ага. Ориентируешься уже? А, вот я теперь тоже узнаю. Вон домик. Вот такая вот татарский Сарсас называется деревня. Где живут, дома нормальные, где уж не живут, все порушилось. Или по навигатору лучше? Нет, нет, сюда, туда поедем. Ну, так проскочим. Мы мимо? Нет, не проскочим, мы прям через него проехали, Коль. Стой, 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 стой. И здесь вот домик стоит. Подальше еще. Подальше, да, чуть-чуть.
Ну, это... Сейчас еще поедем в Каму посмотрим. София. Опа! Море Камское. А там, я не знаю, там спуск-то есть, а? Нет, мы спуск не поедем, а его прям с улицы видно. С деревни. Я возьму твой телефон, я свою тикток. А он же не протянет далеко. Я просто сниму на видеокамеру, а потом это заложу в лайк, а потом добавлю. А, все, да. Отлично. И все. Идеально. И не надо никаких приложений заходить, потому что я это все делаю. Вот он стоит. Друг у него здесь живет. Хозяин. Че, говорит, не понравился, говорит, дом? Говорит, а, понравился, говорит, дом? Я говорю, нормальный дом, говорю, но думать надо, говорит. Каждый же думает, что если к нему приехали, то у него купят, так ведь, да? Вот и Псеево закончилось. Небольшая деревня. Кругом природа. Красивая. Аллея эта вообще, наверное, летом улет, да? Тенечек. Ну, в аллее жить не будешь. А сюда мы поедем? Маме прислать музыку наложить. И... О, нет, нет, Таня, поедем. Нет, походу здесь не будет близко. Камы, да? Нет, должен, наверное. Нет, 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 нет. Видишь, туда дальше, куда? От улицы туда ведет. Не будет близко. Если только в переулок не съехать. Давай попробуем в переулок съехать. У-у-у, плохая дорога хоть. Ну, тут я, наверное, думаю, тут все-таки на ноги бывают. Да, наверное. Ну, ладно, давай тогда не поедем. Очень далеко до Камбы. Сейчас, у нас одна одноклассница живет. 600 метров. 600 метров это немало. Да, полкилометра. У нас одна одноклассница, знаете, где живет? В селе. В селе? Это далеко? Ну, тут получше улица, Коль. Но она к Каме ведет, нет? Я не знаю. Надо доехать. Ну, давай съездим. Окраина Безяков. А тут ее на камере не видно. Да, очень огромная Кама здесь. Люди рыбачат. Какая-то, видно, маленькая речушка. Люди рыбачат.
что мне больше надо? Ну все. Потом еще. Да? Так, вот мы свернули с трассы М7 на дорогу в сторону Керменей. Тут будет сначала средние Кермени, потом малые Кермени. Вот. И можно так слегка понять уже, что почему цена дома такая небольшая, дорога грунтовая, не асфальтированная. Уже как бы не первые минусы, как сказать. Плюсы. Это плюс? Ну вот. Ну вот Коля говорит, что якобы это даже очень даже хорошая дорога считается. Я не знаю, что еще может быть хуже. Ну, по крайней мере, если в такую распутицу уже не тонешь, и то хорошо, да, Коль? Конечно. Ой, Коля, Коль, 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 смотри. Ну, вот тут ямки небольшие есть, да. Вот. Это чтобы не расслаблялись. Да, чтобы не уснули. Вот, а так вот природа вот уже мне нравится. Видите, уже какой лес. Далеко от трассы, да ведь? Уже шумно не будет. Это для пенсионеров вообще прям хороший плюс. И сегодня вот туман, немножко такой вот. Смотрите, бы окошко смотрела. Прикольно же, красиво. Ой, Коля, осторожней. Вон, как, лес. Какой лес красивый. Ой, шикарный. Вообще. Ну вот уже мне нравится, не знаю, Коля насчет дороги успокоил. Хорошая, говорит, дорога. Лес — это вообще хорошо. А тут вот поля с этой стороны. Ну, сейчас посмотрим дальше, что будет.